Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, называется ADS Brick. Здесь заработок в токенах. Значит, регистрация здесь очень простая. И далее хочу показать, как работать в кабинете. Сейчас я залогинюсь. Значит, нажимаю логин. Так, о господи, все у нас, ага, мосты, картинки видно. Нажимаем логин, ничего не делаем, ждем. Вот здесь идет отсчет времени, вот в секундах сейчас пойдет. После того грузит у меня страничку. Вот видите, идет отсчет в правом верхнем углу. Ждем. Появляется вот такая табличка. Нажимаем на синюю вкладочку. И попадаем в кабинет. Так вот он у нас выглядит. На данный момент у меня 5 токенов. Это ADSB, как-то, ну, так называется эти токены. Значит, что мы далее делаем? Нажимаем Mint. Вот этот. И нас перебрасывает на страничку. Далее мы нажимаем вот на эту вкладочку серую. И нас перебрасывает на страничку. И опять идет отсчет времени. У меня 5 монет было. Сейчас закончится отсчет времени. Ждем. Так, нажимаем Next на зеленую. Ну, больше рекламок как бы нету. Далее что? Здесь написано у нас, что нет рекламок. Далее нажимаю сюда ADS Brick. Опять возвращаюсь в кабинет. И у меня уже 8 монеток. Так? Как я сказала, заработок здесь в токенах. Вот у меня просмотрен 3 рекламы. Но здесь тоже как бы 8 токенов этих. Можно перевести на русский. Это все прочесть. И давайте пройдемся по вкладочкам. Здесь как бы еще и рекламная площадка. Можно рекламировать свои проекты. Как бы Mint ADS. Так. И партнерская ссылочка у нас находится вот здесь. Должна находиться, да. Вот она, партнерская ссылочка наша. Вот такой вот незатейливый проект. Мне пришло на почту письмо от этого проекта, где они сообщают, что минимальная сумма вывести 200 монет. Вывод здесь на Intereum кошелек. Вот Виндраф. На нот Intereum адрес. А теперь я хочу обратиться к партнерам, которые зарегистрированы вот в этом проекте Centus for Freedom. Значит, они объединили вот этот проект, объединился вот с этим проектом. И они обещают, как бы, прочтете, зайдете на Facebook, я уже не буду затягивать видео, и прочтете там информацию, что они обещают нам компенсацию. Вот у меня, вот эту страничку сейчас пока не буду удалять. Вот у меня, видите, $9, как бы, да, они вот зависли. Вот, что... Вот этот проект нам выплатит, как бы, компенсацию сделать с этого проекта. Что для этого нужно сделать? Нужно заполнить форму, друзья. Так. Сейчас я переведу на русский. И покажу вам форму эту. Так, ссылка, так, на группу Facebook. Здесь прямая ссылка, так. И вот здесь, нажмите здесь, форма Google. Нажимаете форма Google.
Я уже заполнила эту форму. Что для этого надо? В этой форме вы вписываете свой логин, который вы регистрировали в Centers for Freedom, прописываете email адрес и регистрируетесь вот в этом проекте. И также логин с этого проекта. И отправляете, нажимаете отправить, и все. Как бы форма будет отправлена, они там это все как бы рассмотрят и обещают типа компенсировать. Вот не знаю, компенсируют или нет, но тем не менее я форму, конечно, заполнила. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Ну, нет, так нет, что поделать. Вот. И вот такой вот проект незатейливый. Ну, посмотрим. 200 монет здесь вот баланс. Потом они будут, как бы, на почту еще письмо придет с видео, как здесь работать. Ну, здесь кто захочет, погуляйте по вкладочкам. Здесь, ну, вот, самое главное, я вам показала, что делать. Больше здесь нечего. Раз в день заходим, эту рекламку просмотрим, и все, и нам начисляются вот эти монетки. Ну, как будет, что выводить, будем уже пробовать выводить. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!